пустошь. Бесплодное место, омраченное гибелью цивилизации. Здесь нет героев, только выжившие. Это история одного похода в поисках счастья, идеального ядерного перекура. Что-нибудь нашел? Нет, вообще ничего. Мне не верится, что кто-то дошел до сюда, не имея ничего полезного. Это глупо. Может быть, потому что Твик идиот, ищущий одну только ядер-колу. Ну, он много делает. Но... Скар! Ты должна это увидеть. Черт. Что это? Причина нападения на нас. Тот, кто понимает их непростую ситуацию, тот должен понять и щекотливость положения Скарлетт. Бывшая рабыня легиона Цезаря. Она была куплена человеком по имени Леон Свалу. После отбытия из Болдер-Сити и переправы через реку Колорадо, ее конвой укрылся от изнуряющего солнца пустоши в одной из пещер. По велению судьбы, Твик и Бен оказались рядом и наткнулись на ту самую пещеру. Началась перестрелка. Смятение дало троице возможность сбежать. Теперь... Разыскиваемые легионом, они оказались на острие очень длинного копья. Так, подождите. Квест время учиться рисовать. Чего? Твик? В смысле, мы живем в мире, населенном мутантами, роботами, людьми, убивающими друг друга за крышки. А этот тип учится рисовать? Твик, ты думаешь, это игра? Ты думаешь, мне весело? Есть и светлая сторона. 200 крышек. Что ж мне светлого, а? Было 150, значит, мы стали популярнее. Если так и дальше пойдет, то за нами придут уже настоящие охотники. Жестокие убийцы, хладнокровные ублюдки. Они могут быть где угодно и кем угодно. Скар, нет! Ау, проклятие. Ах. Я в порядке. Извини, Бен. Надо идти. Я просто ударил твоего друга, ничего страшного. Скар, мне очень жаль. Да, все в порядке. Не переживай, Твик. Злиться на тебя все равно, что злиться на щенка. Он слишком туп, чтобы быть тактичней. Ко мне, малыш, ко мне. Хороший мальчик. Черт. Ты же говорил, что уже близко. Так и есть. Я знаю, куда мы идем. Что это значит? Это значит, что мы не заблудились. И я знаю, куда мы идем. Я не говорила, что мы заблудились. Я просто сказала, что по твоим словам мы уже близко. Эй, ребят! Мы уже вечность, я тоже устал. Эй, ребят! Я просто хочу узнать, когда мы уже придем. Эй, ребят! Что? Это он? Говорил же, мы не заблудились. Ну ты и засранец. Я знаю. Стойте! Подождите! Эй.
Иствуд, да? Пустовато. Очень уж пустовато. Эй! Ну? Дерьмо. Такое грубое слово из такого милого ротика. Перевод на русский язык Евгений Подберезко. Роли озвучивали Евгений Подберезко, Вячеслав Осипов, Надежда Серганова и Андрей Казаченко. Монтаж Евгений Подберезко.